Добрый день, меня зовут Елена Фоменко, я нахожусь в лаборатории надежного партнера. Наверное, каждый из вас сталкивался с проблемой качественного сырья, особенно те, которые делают конфеты. В нашем деле сырье имеет очень огромное значение. И если вы выберете некачественное, вы получите на выходе некачественный продукт. А зачем нам терять клиента? Поэтому сегодня я вас ознакомлю с новой продукцией. Это продукция компании Semoa, шоколад отличного качества, который представляет компания «Надежный партнер» в Запорожской области. Линейка шоколада достаточно большая, начиная от молочного и заканчивая экстра-черным шоколадом. Текучесть от 3 до 5 капель. Если вы работаете с шоколадом, то вы знаете, что текучесть – это очень важный аспект. Если мы работаем с шоколадом и не знаем, с чем мы имеем дело, то, соответственно, мы не знаем, что мы получим на выходе. Кто работает с шоколадом, знает, что существует несколько видов темпировки шоколада. Сегодня мы у нас небольшое количество изделий, поэтому мы приготовим очень быстрым способом. Черный шоколад я нагрею до температуры 50-55 градусов и буду резко охлаждать калетами до температуры рабочей. И потом буду заливать формы и делать шоколад. У нас сегодня такие красивые формы, как раз под стать празднику, который будет 30 числа. Мы разогрели наш шоколад до температуры 52 градусов. Смотрите, какая текучесть шоколада. Шикарная просто. Любители шоколада оценят. И добавляем калеты этого же шоколада. И быстрыми движениями начинаем растапливать оставшийся шоколад и доводим до рабочей температуры наш шоколад. Мы сделали трюфели. Конфетки такие, из, в основе которых лежит марципан, белый шоколад 30%, мастер-мартини мятная паста. Немного мы добавили алкоголя, это амаретто. И сейчас мы его будем окунать в молочный шоколад компании Semoa, глазурировать его в молочном шоколаде. Сейчас мы будем окунать наши марципановые шарики, трюфели, в молочный шоколад, который мы затемперировали таким же способом, как и черный шоколад, и декорировать его крошки роялтина и крошки инжира. Вот что у нас сегодня вышло. Я работала сегодня с шоколадом Semoa. Кто еще не знает, это на сегодняшний день этот лучший шоколад, с которым я работала. Я надеюсь, когда вы попробуете его, вы тоже его по достоинству оцените. Итак, надежный партнер, заказывайте у него. Semoa.